Приветствую зрителей школы, приветствую канал Школы Здравого Смысла. И начать нашу встречу мы хотим запрета, наложенного на посыл любой негативной энергии в наш адрес, в адрес Школы Здравого Смысла и в адрес наших слушателей. Я запрещаю посылать умышленно и неумышленно любую негативную энергию, выраженную в словах, в письме или в действиях, любыми зрителями и слушателями этого канала, в мое энергоинформационное поле. Любая негативная, низкочастотная, низковибрационная энергия, направленная в мой адрес или в адрес слушателей, вернется к направившему ее, усиленная во много раз. Поэтому, пожалуйста, подумайте, нужно ли вам посылать негативную энергию в наше пространство и в пространство зрителей. Это постановление. Это постановление вступает в силу с этого момента и действует до тех пор, пока я его не отменю. Его не может отменить никто, кроме меня. И будет так, так и есть.